делать в Монако. Я на крыше океанографического музея. Отсюда прекрасный вид. И на океан, и на горы. Мы решили туда остаться с мужем на вот одну ночь, потому что на одну ночь и два дня, чтобы побыть здесь, почувствовать, просто походить, знаете, повпитывать всю эту красоту, роскошь, тишину, эти все яхты и огромные кипарисы. И вот там внизу вот так беззаботно вот играют дети. Это прикольная такая площадка, даже подростки, не дети, катаются на скейтах около моря в прекрасном саду. Это очень здорово. Здорово это видеть, ощущать и, конечно же, проживать.